Калыш, как мы? Так же. Каждый пакет по сколько? Каким весом, Дмитрий? Килограмм. По одному килограмму, да? Так, желтый так, пакетик. Желтый пакет. Желтый пакет. Желтый пакет. Электронные весы с налетом вещества. Так, тут тоже один. Давай откроем. Нет, нет. Как это один? Какое вещество? Белый порошок. Там вода. А, вода, вода. Скажите, пожалуйста, какие виды наркотиков были изъяты? Было изъято 3 вида наркотических средств, которые имеют сложную химическую структуру. Их сокращенные названия авапинака CHM, пилипи, пириридина, гептана, фенол. Насколько эти наркотики опасны, ведь не зря бы работать в таких защитных костюмах. Как известно из литературных данных и медицинской практики, данные вещества оказывают сильное токсичное воздействие на организм человека. Даже небольшое их попадание в дыхательные пути или попадание на кожные покровы приводит к сильным отравлениям.